Кино. Урегулирование чеченской проблемы, изолировать эту республику, предварительно эвакуировав русскоязычное население и вывести отсюда войска, вполне устраивает большинство населения республики. Дмитрий. План этот прост, я еще раз повторю, изолировать Чечню, вывести отсюда русскоязычное население, вывести отсюда войска. Чеченцы, собственно говоря, на это и рассчитывают. Основные настроения в Чечне – это оставьте нас в покое, выведите отсюда войска так, чтобы в Чечне не стреляли, а мы сами друг с другом разберемся. Дмитрий. Намекал на то, что эта ставка должна состояться довольно скоро, то есть называлось даже конкретное число 5 июля, однако, в общем, не совсем понятно, чего ожидать. Хотя, в общем, здесь отставка генерала Тихомирова, если... Хотя, в общем, генерала состоится, будет воспринято как действительно подтверждающая искренние намерения российской стороны завершить чеченский кризис мирным путем. Ведь надо решить, да? Передо. А что? Еще у меня кадам, а да, стой. Вы что, да? Беги, а дождь. А не скотчик, да?